Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 2572, события дня. 2 Петра 1.10. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. За 26 декабря 2012 года. Ну, обращение добрых людей о помощи на нашем ресурсе. Помоги, Господи. Как я говорю, что тысячи людей кормят. И сами нуждаются в обновлении техники. Вот о них. 5 роликов. Тут все открыто. Вот тут идет оболванивание людей под видом крещения. Вот научились это делать. Как будто не правил нет. Вот представьте, рядом стоят, кто писал, какой канон. Погружение, слово погружение. А погружения никакого и нету. Ребенок даже не раздетый. Страха никакого нету священства. Это не рядовой член. Докторские всякие защищают. А кого защищать, когда обман? Быстро я проворачиваю этот текст. А вы курсором ткните вот так вот, раз, и остановили. Прочитали, дальше идем.
Все. Ну что, вот соседи дом, который ломали, почищали, там гнилушки нам отдали. Ну, Володя был, Сергей Павлович и Михаил Петрович там что-то набрали, потом выпили, чтобы загородить-то. Сарай вплотную был, ну, в уровень, по прямой, если брать, ограды нашей. А когда убрали, это прореха большая. Ну, и еще я попросил меня свозить в Лебяжье к Николаю Польгуеву. Душа так заболела, я что-то вижу, брат сильно недоволен. Ну и побеседовали, вернулись. Лена возила меня 15 километров в один конец. Это за пределами Барнаула, границ центрального района. Ну еще ковыляю, пока хожу. Остальное как Бог усмотрит, все на том.